Ну что ж, друзья, у нас в Витязи новый игрок, вратарь Томми Карханен. И вот только сейчас закончилась тренировка, и наше первое интервью с Томми здесь, в Ледовом дворце Витязь, в Подольске. Томми, nice to meet you in Витязь. Томми, приятно видеть вас в Витязи. Какие у вас эмоции после первой тренировки? I'm excited. Это было великолепно. Вернуться на лед и провести первую тренировку, встретить ребят из Витязя. Я очень доволен быть сейчас здесь. Когда вы получили приглашение, какие эмоции вы испытали? Я был очень счастлив получить шанс играть в Витязи. Когда я узнал, что больше не могу играть в Куньлуне, мы начали искать новую команду. И когда Витязь сделал мне предложение, я был супер счастлив получить шанс приехать сюда. Вы и Магнус Хельберг, ваш визави. Кто все-таки лучше? Who was better goalie? Well, of course me. Конечно, я. Магнус играл хорошо. Он получал доверие от главного тренера Майка Кинана. Он играл больше, чем я. Но у Куньлуни были проблемы с китайскими и российскими игроками заявки на матч. Вот поэтому мне, как легионеру, предложили найти новую команду. И они взяли вратаря из высшей хоккейной лиги. Магнус, конечно, играл хорошо, но я не получил достаточно шансов, чтобы проявить себя в Куньлуне. 3 года подряд в Витязи играл Харри Сятери. Я хорошо его знаю. Мы играли вместе в юниорской сборной Финляндии, и поэтому виделись с ним очень часто. Мне приходилось играть в том же городе, что и Харри, так что у нас много общего в карьере. Long history together. Знаете ли вы игроков Витязя? In Vitis. Yeah, there is couple families. Да, я знаю пару фамилий. Борн Рендулич играл в Финляндии, и больше всего я знаком с ним. Какая у вас цель в Витязи? Aim in Vitis. First we have to make the playoffs. Первые мы должны выйти в плей-офф. Это главная задача команды. Персонально я хочу играть умно, на хорошем уровне, чтобы помочь команде побеждать. Help the team to win the games. Что сказал вам тренер вратарей Витязя Михаил Шталенков? Мы говорили перед тренировкой. Ничего особенного, я должен вернуться играть. Он поможет мне вернуть игровую форму. Я очень доволен, получив возможность работать с ним. У вас шлем с логотипом Куньлуня, а как насчет логотипа Витязя? Новая экипировка заказана и скоро придет. Она будет больше подходить к новой форме. Так что я больше не нуждаюсь в маске Куньлуня. Я скоро поменяю.